Музыканты Ростовского духового оркестра музыку пилят, выстукивают на ведрах и канализационных трубах, дают подуть в тубу тигру. В общем, шутят. В новой программе никакого академизма. Она должна зрителей только веселить. С духовиками посмеялась Ксения Николаева. Тигра, исполняющего классическую музыку на тубе, даже в цирке не сыскать. А вот музыканты филармонии пофантазировали и представили, если б тигр умел играть, какой была бы музыка? Вот что получилось. Сыграть на пиле в качестве инструмента музыкального – это уже верх мастерства. Поэтому играет на ней виртуоз, дирижер духового оркестра, пилит Аве Марию Шуберта. Отрывки новой музыкально-юмористической программы духового оркестра Ростовской филармонии. Музыканты шутят. Я буду играть на многих инструментах, на ударных, на саксофоне, на флейте. Вот, программа очень интересна тем, что она очень веселая. Это синтез разговорного жанра, каких-то исполнительских интересных находок. Где-то будет костюмированное шоу. Мы хотим сказать, что академическое искусство, оно иногда не бывает столь серьезным. И музыканты такие же живые люди, которые очень любят похохмить. В номере «Что, где, когда» музыканты играют мелодии, а зрители должны угадать, что в черном ящике. Многое в программе построено на неожиданности, и перед концертом самые интересные номера держат в секрете. Ударник Андрей Сидельников собирает свою ударную установку, проверяет, как звучат крышки и ковшики, настраивает ведра. Концерт для ударной установки Ларри Ника он исполняет на бытовых предметах и дома частенько на них репетировал. Использовать трубы, тазики, ведра в качестве ударных инструментов. Так интересно самому, чтобы это все прозвучало. Каждый инструмент. Извлечь какие-то тембры необычные. То есть на ведрах раньше играли, но совсем не так. Никто не играл на них с оркестром вместе никогда. Играл и тем более не солировал и на обычных для канализации трубах ПВХ. А здесь на них играют строители в жилетах и касках. Оценить юмор музыкантов можно в Ростовской филармонии. Премьера музыкально-юмористического шоу «Музыканты шутят» 24 мая. Ксения Николаева, Дмитрий Романченко, Даниил Бадер, РЕН-ТВ, Ростов.